Вчера я ездила в Ставрополь в ветклинику, и по приезду в клинику мне сообщили, что малышка черепахового окраса из четверки карасиков, у которых больные глазки, не справилась. К сожалению, она была самыми сложными глазами. Сложно описать, что они из себя представляли. Глазками это уже явно не было. Она была самая маленькая, самая худая. Весело меньше всех. После нескольких дней у меня, когда все малыши уже более-менее приходили в себя, малышка так и находилась отдельно от всех, не играла и начала плохо есть. Еще у меня ее приходилось докармливать, но вроде бы после операции у нее появился аппетит. Мы надеялись, что все наладится, но все это время аппетит был слабый, и ее все равно кормили шприца. Очень маленькая, очень слабенькая, и все было очень запущено. К сожалению, малышка умерла.